AliExpress – одна из крупнейших торговых площадок Китая, где собрано великое множество товаров от разных продавцов. Сегодня я собрал для вас 10 крутых товаров, которые тебя несомненно заинтересуют. Все ссылочки вы можете найти в описании. Поехали! Пока самозашнуровывающиеся кроссовки не пустили в массовое производство, лентяям приходится как-то выкручиваться. Один из доступных способов – это магнитные замки для шнурков. В них нужно пропустить шнурки и завязать их как вам удобно, а потом вместо расшнуровывания просто разомкнуть защелку. Магниты держат крепко, отзывы хорошие. Держатель монопод выполнен в форме кастета, отлично держится в руке, легко маневрировать и не выпадает из рук, как обычная палка монопод. Подходит для GoPro и CJCam всех поколений, выполнен из легкого пластика, поэтому не считается холодным оружием. Хотя если примотать впереди кусок свинца, то эта штука будет не хуже реального кастета. Зубочистки продаются в неудобных коробочках, из которых их бывает очень сложно достать. Всякие декоративные подставочки тоже не панацея. Часто зубочистки рассыпаются и вытаскиваются сразу по несколько штук. Эта простая подставка работает по другому принципу. Ее нужно заправить зубочистками, а затем немного приподнять крышку, и услужливый человек подаст вам одну зубочистку. Быстро и удобно. Если вы любите время от времени вспомнить детство и поиграть на эмуляторах старых приставок или зарубиться в более свежие хиты, то вам не обойтись без джойстика. Полноразмеры таскать с собой повсюду никто не станет, поэтому идеальным вариантом будет вот такой портативный геймпадик, подключающийся по Bluetooth к iPhone, Android смартфонам и даже ПК. Нет силы размешивать сахар или сливки в утреннем кофе? Тогда эта необычная чашка просто создана для вас. На одной из ее стенок располагается небольшая подвижная часть, которая вращается с помощью электромагнитов подставки, включается кнопкой, заряжается от USB, кабель идет в комплекте. Новое оригинальное устройство предназначено для проецирования изображения с экрана смартфона на участок ровной поверхности, что позволяет значительно увеличить его размер и насладиться просмотром видеороликов в гораздо более комфортных условиях. В дополнение ко всему, он способен усилить звук, воспроизводимый динамиком смартфона. Многие из нас редко работают с ноутбуком за столом, предпочитая расположиться в кресле или даже лежа на диване. В этом случае компьютер приходится упирать в колени, что не совсем удобно. Но зачем нам мучиться, если есть такие замечательные подушки-подставки? Они уже имеют правильную форму и позволят вам принять любое удобное положение. Совместимо с моделями ноутбуков вплоть до 15 дюймов. Из-за путающихся кабелей рабочее место никогда не будет опрятным. С этим нужно что-то делать. Например, воспользоваться клеящимся к поверхности стола или стены органайзером, который позволяет намотать длинный шнур или закрепить на нем разъемы различных кабелей. В комплект идут две штуки. Этот модный гаджет удовлетворит потребности не только аудиалов, но и визуалов тоже. Увидеть звук вам поможет интересная особенность. Внутри портативных танцующих колонок находится прозрачная колба с водой, внутри которой танцуют фонтаны. В такт играющей музыки разноцветные фонтаны прыгают и танцуют. Если играет динамическая музыка, то веселее двигаются фонтаны, а чем громче, тем фонтанчики выше. Благодаря этому устройство является модным и стильным украшением дома. У ключей должно быть отдельное место, где их легко найти и сложно забыть. Если вы любите минимализм и оригинальность, то эта ключница вам точно приглянется. Пластиковое облачко имеет внутри сильный магнит, который удерживает ваши ключи не хуже крючка. Можно цеплять целую связку за кольцо или лепить отдельные ключи прямо на корпус держателя. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным.